Необычных пассажиров сегодня утром встречали на Брестском вокзале. Евразийский экспресс «Дружбы» следует из Сеула в Берлин транзитом через нашу страну. В составе экспедиции политики, ученые, журналисты и деятели культуры и искусств Южной Кореи. Всего около 200 человек. В пути мирная экспедиция проведет почти 3 недели и преодолеет расстояние в 14 тысяч километров. В Бресте у участников экспресса было всего 2 часа на знакомство с городом. В пути проведет делегация порядка 20 дней, и основной целью данного евразийского экспресса является установление так называемого логистического моста между Азией и Европой. Смысл этого экспресса – собрать людей из разных областей жизни Кореи, чтобы сделать наши страны ближе. Мы проехали по России, стартовали на поезде из Владивостока. На пути делаем остановки, встречаемся с жителями разных городов. Еще вчера мы были в Москве, а сегодня в Бресте. Впечатляет чистота и красота вокзала. Я знаю Беларусь с Олимпийских игр в Сеуле, но в вашей стране впервые. Следующая остановка в Варшаве завершит свой путь Евразийский экспресс дружбы в Берлине 2 августа.